Россия объявила главы МВД Украины Арсена Авакова, губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского в международный розыск. В Следственном комитете заявляют, что на этих чиновников заведены уголовные дела. Их подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве при отягчающих обстоятельствах, похищении людей и воспрепятствовании деятельности журналистов. В СКР надеются, что розыск будет проводиться на территории государств-членов.